На сегодняшний день Севастопольский медколледж имени Жени Дерюгина – единственное медицинское образовательное учреждение в городе. Оно ежегодно выпускает больше сотни молодых специалистов – фельдшеров, акушеров и медсестер. Для тех, кто пока только думает сюда поступать, устроили день открытых дверей. С абитуриентами и родителями своими впечатлениями об обучении делятся студенты. Преподаватели рассказывают о программе и условиях приема в колледж. Уже год готовились. И готовимся до сих пор сюда к поступлению. Я думаю, что у нас все получится, потому что мы коренные жители города и хотим, чтобы моя дочь, я хочу, чтобы трудилась на благо нашего города. Я в дальнейшем хочу и буду стараться сюда поступить на лечебное дело. Хочу заниматься этой профессией, углубиться в нее и в дальнейшем помогать людям. По трем специальностям в колледже сейчас обучается больше 700 человек. Кроме теоретических занятий, студенты нарабатывают практические навыки. К примеру, в этом хирургическом кабинете будущие медики изучают виды операций и способы подготовки к ним. В кабинете сестринского отдела учатся делать инъекции, ставить катетеры и капельницы. Такая база позволяет чуть больше, чем за 3 года подготовить к выпуску квалифицированных специалистов, рассказывают преподаватели. Медсестры устраиваются во все городские больницы, на станцию скорой медицинской помощи, в роддома. В общем, наши дети востребованы. В этом году колледж имени Жени Дерюгина планирует набрать 175 студентов на бюджетную форму обучения и около сотни на контрактную. Научно-преподавательская база учреждения позволяет выпускать больше студентов, говорят специалисты. Однако для этого пока не хватает площадей. Колледжу необходимо дополнительное помещение с оборудованными аудиториями. Анна Леготина, Виталий Коломиец, информационный канал Севастополя.